Всем привет! И вы на канале У Юнги, босс интерьерчик Юна. Хотели вам показать, какие вкусняшки мы купили для вот этого грызунчика. Давайте посмотрим. Давай, Юнка, ты в сторонку. Ты будешь у нас смотреть и нюхать. Может быть, кто-нибудь тебе еще будет. Так, что мы тут напокупали? Вот. Вот купили вот таких вот. Это у нас трахея крупноголового скота. Вот такие вкусняшки. Мы их покупаем первый раз, поэтому я пока ничего не могу сказать. Но я думаю, вот Юнка их уже нюхает. Я думаю, вкусно. Вкусно ей будет. Но я буду их давать только на улице, так, на полянке погрызть, когда она любит на солнышке что-то грызть. Вот, трахеи купили. Потом, что мы еще купили? Ну, купили рубец. Вот, целую пачку сушеного. Рубец, вот он, вот эту штуку она любит. Это прямо юный деликатес, можно сказать. Юна, Юна, иди сюда. Юна. Давай. Ну вот, вы не удивляетесь, что вот мы с Юнкой на Юнкином месте сидим? Она мне разрешает. Мы влазим вместе. Да, Юнка? Эти моя собака. Ну вот, рубец купили. Вкуснотища будет. Посмотрим. Что мы еще купили? Вот купили вот такое вот, это у нас, вот это вот у нас бычий хвост, тоже вкусняшка, погрызть, вот такая вот, ну там мяса-то почти что нету, только почти одни кости, ну погрызть, тем не менее, что-то уже можно, да, почистить зубки, хорошая штука. Потом мы что купили еще? Что мы еще купили? Вот эту вкуснятину, да? Юна, иди сюда. Юна, ты. И она хочет ко всем пакетам. Юна, иди сюда. Юна. Вот. Что это такое? Это у нас овечьи лапки или ножки, как их там. Вот такие вот вкусняшки. Там даже вот там все есть. Только это без шерсти. А так все, и копыта, и мяско, все внутри. Все есть, все на этих ножках. Вот тоже. Тоже вкуснятина. Она уже ждет, не дождется, когда мы ей дадим вот такую вот вкусняшку. Потом мы еще купили вот такие вот вкусняшки. Это когда, ну так, так, это, потом мы купили еще вот такую вот, вот такие вот вкусняшки, сколько у нас даже там, 6 штук таких штучек, это для вознаграждения, когда какие-нибудь команды будут выполнять, или вот мы каждый раз с ней тренируемся, чтобы она, например, сразу, когда я ее отзываю, чтобы она сразу прибегала, а не там, я не знаю, сначала донюхает, а потом пробежит. Вот, и вот мы тренируемся, когда я крикну, чтобы она ко мне пришла, или скажу, или позову ее, чтобы она сразу приходила, и если она придет, то получит такую вкусняшку. Это у нас овечье мясо, баранина, вот так вот лучше сказать, это с бараниной, и все мы все с бараниной, тут в составе то 100% баранина, ничего лишнего, вот просто мясо баранина и все, да, деликатесная наша, можно попробовать, но дать ей, но я знаю, что на их будет это. Мы уже вот такие вот штучки пробовали, только мы брали не баранину, а
наверное, теленок был. Вкуснятина? Вкуснятина. Вот так вот. Гос. Гос. Погромче, тебя не слышно, Гос. Она разволновалась просто. Гос. Ладно, потом покажем. Голос она умеет. Вот такая штука. Вкусняшка тоже. Будем тренироваться. Потом мы купили еще вот такую вот игрульку. И это, конечно, ну это палочка. Конечно, можно палку подобрать и на улице, как бы, если, например, сейчас вот начнут говорить. Но на улице палку подберешь, если собака нечаянно вот так вот за конец возьмет и будет нести во рту, она напорится на что-нибудь и может эту палку вогнать себе в горло. Поэтому я, например, палки не кидаю. Эта палка может, с этой палкой можно играть на улице, например, если мы когда пойдем на озеро, она плавает. Вот кинем, чтобы она, например, нам принесла. Она любит у нас плавать, юнка. Она из прочной переработанной резины может плавать. Никаких от нее занос, так вот, если нормальную палочку кинуть, никаких занос. У нее светятся глазки в темноте. Очень удобно так брать ее. Она такая не тяжелая, такая штучка. Ну и мне кажется, она... Ее долго надо, чтобы ее убить. Долго понадобится время. Поэтому мне кажется нормально. Я, может быть, потом сделаю видео, покажу, если она ее у нее получится, ее просто разорвать или порвать, или что-нибудь откусить. Я вам скажу потом. Вот такая вот штука. Такую вот штуку купили. Потом мы взяли вот такую вот, вот такой фрисби. Она тоже для воды. Ну, можно и, мне кажется, можно и не только на воде с ней играть, но она очень легкая, вот такая вот, ее хорошо видно. То, что она это, такая вот оранжевая. Хорошо ее видно, и это, она, ну, мы ее вообще взяли, потому что она плавает на воде. Вот такая вот штука. Посмотрим, крутятся это или надо было не брать, посмотрим. Мне кажется, очень хорошая. Вот эту марку мы уже... У нас такие мячики есть от этой марки, очень хорошие. До сих пор она их не убила, не порвала, они как-то не покусанные. Вот как будто вот только до сих пор, как будто с ними никто и не играет. Хорошие такие мячики. И я думаю, и вот это вот фрисби будет тоже очень прикольно поиграть. Да, Юн? Вот с такой вот будете прикольно поиграть? А мы можем попробовать так. Мне кажется. Попробуем с тобой? Сейчас. Вот такая вот. Ну-ка посмотрим. Ну да, сначала внюхать. Что это? Юнка, скажи-ка. Полезает. Ку-ку. Ну, вот так можно, мне кажется, повеситься. Иногда. А, вообще, кстати, очень удобно то, что тут дырочка внутри. Вот так вот можно. Она может ее вот так вот тянуть. А я могу... Очень удобно надержать вообще. Очень удобно держать. Это вот фрисби, правда. Прикольная штучка. Но мне кажется, было хорошо, что мы такую завели, потому что, правда, удобно. И посмотрим, как она на воде себя поведет. Но видно, что вот интерес есть. Да? Интерес это есть. Стой, эй. Стой. Вот китаец.
Вот так вот. Ты куда собралась? Не муж, что ли, что ты собралась убегать? Попробуем, может быть. Попробуем, она будет вот это, с вот этой штукой вот играть или нет. Ну-ка. Ну-ка. Прикольно, такая палочка. Смотри, Юнка, твоя палка будет. Вот, вот что, что такого вот прямо не догадали к этой палке? Вот если ее куда-нибудь в кусты закинуть, ее это, мне кажется, не прикольно будет искать в кустах. Конечно, собака может сама искать, но иногда и собаки, не, они же тоже не видят, они же... Ну, посмотрим, не знаю, но она как... Мне кажется, не то, что вот если вот, например, такое вот в кустах искать, вот это вот будет потрудней. Поняла, Юнка? Так что не теряй. Будешь ты с ней играть? Чё? Обманули. На. Пусть не то, пусть не то такое. Вкусненько только. Собака! Собака! Ну, она уже с ней, уже сейчас играет. Мы просто тут у нас пока место ограниченное, потому что охота была заснять для вас, но мне кажется, Юнка будет с ней играть. Вот к этой у нее вообще интерес. Сильно. Вот, хорошая игрушка. Есть интерес, да, Юнка? Ну, мы потом с тобой поиграем, потом. Ас. Сеть. Вот мы такие вот вкусняшки купили. Посмотрим, что ей больше понравится вот из этих вкусняшек, что мы купили. И с какими игрушками больше она будет играть. Ну, каждая игрушка хороша, по-своему хороша, поэтому посмотрим. Посмотрим, какую мы будем больше с собой брать. А вы берете игрушки с собой, если когда вы идете с собачкой гулять? Мы вот, например, вот как в России есть площадки для собак, у нас в Германии таких площадок нету. Поэтому не с кем так сильно поиграться. Да тут и не сильно хотят, чтобы собаки друг с другом встречались. Если вам интересно, спрашивайте, я вам расскажу, как тут собаки должны себя вести на улице и в обществе. Ну, будем прощаться. Мы уже вам все показали, что мы купили. Таких вот вкусняшек, игрушек. Посмотрим, что ей больше понравится из этого. Может быть, я потом покажу. И расскажу вам, что сразу ушло, что, может быть, она не очень так. Ну, мы будем прощаться. Ставьте нам лайки, подписывайтесь, мы будем очень рады. Вам это ничего не стоит, зато нам будет очень приятно. Мы стараемся. Комментируйте нам. Комментируйте, да? Скажи, комментируйте. Ну, Юнка уже, она, потому что мы с ней поиграли, поэтому она уже... запыхалась. Да. Ну ладно. Мы говорим. Давай, Юнка, говорим пока. Пока и до скорых встреч.